Омские спортсмены успешно выступили в 4-м всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе в памяти мастера спорта международного класса Тимиржана Калимуллина. За награды боролись 110 участников из 9 регионов. Серию ярких побед одержали спортсмены, выступавшие в легких весовых категориях. Арстан Молдахимов выиграл финальную схватку по последнему действию. Братья Алексей и Николай Вашины взяли верх в категориях до 32 и 35 килограммов. У меня хорошо получилось в стойке, я раскачивал соперника, сделал перевод, не дорабатывал в партере. У меня был соперник сильный, но я его смог раскачать, загнать две руки, бросить и в партере я уже сделал два наката. В перерыве между схватками прошла церемония открытия. Силы духа, удачи и красивых побед участникам турнира пожелали заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник, руководитель областной федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха, дочери Тимиржана Калимуллина. Иван Колесник вручил трем омским спортсменам Ильдару Хайдаркину, Азату Ибраеву и Матвею Калинину удостоверение кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Высокие, хорошие амплитудные броски. Это такая борьба в кресте, силовая, она интересная, действительно, есть на что посмотреть. И хорошо, что стиль Тимиржана Калимуллина сегодня он присутствует у нас на ковре. И вообще, безусловно, омская школа классической борьбы, она очень сильная, она известна своими именами, своими громкими фамилиями. Это и Крикуха, и Тимиржан Калимуллин, это братья Игнатенко. И, конечно, сегодня замечательно, что такие турниры имеют место быть, и они позволяют расти юным борцам и составлять конкуренцию уже на самом высоком уровне. Омский борец Алжас Шамшидов уверенно выиграл золотую медаль в категории до 57 килограммов. Следом несколько побед спортсменов из других регионов. Золотые медали турнира завоевали атлеты Тюменской, Новосибирской и Курганской областей. Красивые победы одержали борец из Тюмени Рунис Юсупов и спортсмен из Курганской области Никита Пономарев. Стойки я обычно бросаю прогибом, вертушкой, в партере тащу задний и накат. Но когда бросил первый раз соперника, понял, что второй раз уже не пойдет с этим это. Попробовал другое, отключил руки и посадил. Омские борцы по итогам турнира завоевали 16 медалей. 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград.